Арина Соболенко второй год подряд в полуфинале престижных соревнований в Ухане встречается с австралийкой Эшли Барти. Сейчас соперница идет в лидерах мирового рейтинга. Соболенко пытается защитить звание победительницы местных соревнований. Между тем, в прошлом году белорусская была сильнее в двух сетах 2-0, а после взяла первый титул в карьере. В сегодняшней встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение Барти. Идет первый сет, пока впереди австралийка 4-3. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Китая. Прямую трансляцию полуфинала ведет телеканал «Беларусь-5».